Ты можешь говорить, я тебя буду переводить. Говори на любом иностранном языке. Давай. Влад предлагает скинуться ему на дополнительный слуховой аппарат. К сожалению, Влад в детстве потерял 70% слуха, а также гендерное неравенство в своем положении. Сейчас Влад предлагает вам всем выйти на улицу вместе с телефонами, которые у вас в руках, и поснимать красивые виды природы и собрать голубику. Ну, так, она маленькая. А голубика бывает большая и маленькая, и растет вот так, сверху вниз. Сука. Ай, хорошо. Какая дичь! Да-да-да-да-да-да-да.